Итак, сегодня 5 марта 2021 года, и у нас сегодня презентация нового проекта под названием 1090. Данный проект стартует 7 марта, воскресенье в 15 часов. Для того, чтобы участвовать, необходимо иметь монету РА, поэтому те, кто еще не купил, но собирается входить в проект, обязательно купите. Сейчас я подробно расскажу весь маркетинг-план, что это за проект, какой маркетинг, да, как здесь зарабатывать, откуда здесь деньги и какие возможности предоставляет данный проект лично для каждого участника сообщества и в целом для всего сообщества. А также будут вопросы и ответы, на которые вы можете задать для того, чтобы разобраться, что здесь такое. Как я всегда говорю, никогда не входите ни в один проект, пока вы не изучите, полностью не будете знать маркетинг. Заходите осознанно, потому что чем больше вы информированы о компании, чем больше вы информированы о проекте и маркетинг, тем легче вам будет тут зарабатывать. Вот. Мы, как всегда, призываем участвовать, да, и быть уверены в своих инвестициях, потому что все наши проекты, они рабочие. Если какой-то проект не рабочий, то мы просто такие маркетинги не запускаем. А если запускаем и где-то что-то останавливается, то тогда мы всегда принимаем решения, где-то какие-то корректировки маркетинга делаем для того, чтобы всегда наши пользователи, всегда наше сообщество зарабатывало. Потому что мы строим сообщество зарабатывающих людей, будущих состоятельных людей, которые будут покупать на товары и услуги на нашем торговой платформе. Вот. И сегодня презентация одного из проектов под названием 1090. Данный проект является удобным как для пассивного заработка, а также для активного. Это MLM. Проект, да, это MLM-компания, MLM-система, которая позволяет за счет построения структуры, за счет спонсорства выйти на очень хорошие доходы и при этом выйти на большие, высокие пассивные чеки. Вот. Я могу с уверенностью сказать, что этот проект будет топовым в интернете. Один из топовых проектов, да, и привлечет очень большое количество людей. Интерес к данному проекту уже мы видим, да, то есть к нам присоединяется сообщество из-за данного проекта очень много и очень много также лидеров. Вот, готовится к старту. Вот, поэтому, если вы еще не разобрались в данном проекте, вот сейчас самое время разобраться и узнать весь маркетинг. Читаю слайд. 1090 проект сообщества ВЭКО для активного и пассивного заработка. Начнем с самого начала, с нуля. Да? В данной системе для того, чтобы участвовать и использовать все возможности данного проекта, данного предложения, необходимо купить лицензию. Существует 4 вида лицензию, стоимость $30, 300, 3000 и $15 000, но невозможно купить сразу высокую, да, то есть перескочить одну из лицензий, нужно купить именно первую. То есть здесь на пассивном заработке можно зарабатывать только то, что дает возможность лицензия $30. $30 дает возможность получать ежесекундное начисление от ваших инвестиций в виде стейкинга. То есть, если вы купите данную лицензию, то у вас открывается возможность инвестировать ваши средства, да, ваши монеты для получения прибыли. Прибыль составляет 50% годовых из расчета, но начисляется ежесекундно, и депозит не замораживается. То есть в любую секунду, в любой момент можно снять тело, а также снять ежесекундное начисление. Единственное, есть один нюанс, чтобы вы понимали, то, что начисляется ежесекундно, при снятии система удерживает 1%. 1%. То есть, если вы готовы ежедневно оплачивать от
начисленных 1%, да, не от всего депозита, а именно от начисленных 1%, то тогда можете каждый день снимать и добавлять в тело депозита. Вот. А это один момент. То есть, а второй момент. Невозможно купить лицензию за 300, пока пользователей не выполнит определенную квалификацию. Квалификацию для покупки лицензии за 300. Слайд. Как партнеру принять участие в проекте 1090? Как последовательно закрывать двухуровневые модули в проекте? Для участия в проекте партнеру необходимо приобрести лицензию стоимостью $30. Это то, что мы сейчас говорили. Оплата происходит в монете Райдо по курсу проекта на момент оплаты. Многие задают вопрос, какой же будет курс на сайте, и я об этом уже отвечал, цена будет $15, то есть один райдо из расчета $15. Если сегодня посмотреть на биржу, то райдо стоит около $8, то для участия получается примерно необходимо две монеты райдо для участия. Маркетинг, двухуровневый модульный маркетинг, да, кто-то называет матрица, но мы матрица так не называем, потому что здесь есть свои нюансы, которые не подходят под ту терминологию матрицы, общепринятую терминологию. Да? Есть матричные проекты, а данный проект мы не можем назвать маркетинг матричным, потому что под той терминологией, привычной терминологией матрицы, оно не подходит. Поэтому мы назвали данный маркетинг-план двухуровневый модульный маркетинг, и это само словосочетание, само предложение, оно подходит под ту систему, которая здесь используется. То есть, можно сказать, это двухуровневая обычная партнерская программа. Почему я говорю, как она похожа на обычную? Потому что с первого уровня ваших приглашенных компания вам дает вознаграждение в виде 10% от покупки лицензии. И со второго уровня 90. Но так как есть на первом линии ограничения, да, для первой линии это из 5 человек, значит, оно уже не может называться просто партнерской и в то же время не может называться матричным. Поэтому мы назвали модуль. Да, то есть модуль состоит в первом уровне из 5 бизнес-мест и второе ограничение 25. При заполнении полной модуля, двухуровневого модуля, то есть автоматически покупается еще одна лицензия с стоимостью $30. Но в этот момент, когда полностью закрывается первый уровень, да, этого модуля, появляется возможность покупки лицензии за $300. Поэтому для того, чтобы купить лицензию стоимостью дороже 3000, да, за 15 тысяч, нужно сделать квалификацию. И квалификация как раз состоит в том, чтобы на первом уровне модуль был заполнен. Итого, в данной системе существует 4 модуля. Первый модуль — это 5 и 25. Второй модуль — 4 и 16. Третий модуль — 3 и 9. И четвертый модуль — 2 и 4. То есть четвертый модуль состоит всего из 2 и на втором уровне 4 бизнес-мест. Как и в первом модуле, процент начисляется 10% с первого уровня и 90% со второго, также и в четвертом тоже так же, да, во всех. То есть первого уровня всегда 10%, 90% всегда со второго уровня. Как партнеру принять участие в проекте 1090? Как последовательно закрывать двухуровневые модули в проекте? По закрытию первой линии участника первого модуля партнер получает возможность перейти в следующий двухуровневый модуль, приобретя лицензию за $300. То есть данная лицензия покупается по желанию. То есть если вы хотите дальше расти, дальше увеличивать размер своего стейкинга, да, то есть чтобы вы могли больше, как я уже сказал, на каждой лицензии есть ограниченное количество для стейкинга.
за $30 до $300, лицензия стоимость $300, $3000. То есть, если вы хотите расширить возможности стейкинга, то нужно купить вторую лицензию. Для того, чтобы купить вторую лицензию, необходимо заполнить первый уровень модуля, то есть сделать квалификацию. Как партнеры принять участие в проекте 1090? По-моему, этот слайд повторяется. Так, после закрытия первой линии участников, третьего модуля, партнер получает возможность перейти в следующий двухуровневый модуль, приобретая лицензию за $15 000. То есть, ну, то есть здесь все дублируется. То есть маркетинг настолько прост и понятен, что может каждый человек вообще за 2 минуты рассказать. Самое важное, что нужно знать. Первое, есть лицензии, есть стейкинг. То есть каждая лицензия, на каждую лицензию привязана лимит стейкинга. Второе, что нужно знать в маркетинге. То есть существует 4 модуля. И во всех модулях с первого уровня всегда 10%, со второго 90%. И третий момент, который нужно важно знать, перечислить все 4 модуля. То есть первый модуль это 5.25, второй 4.16, ну я уже повторял, да? 3.9 и 2.4. То есть все очень просто. То есть каждый модуль, стоимость, лицензия стоимость выше дает возможность участвовать в маркетинге, в модульном двухуровневом маркетинге на один бизнес-место меньше. Вот и все. Вот, в принципе, весь маркетинг. Так, посмотрим, что за слайды у нас еще есть. Так, смотрите, говорят, что звука нет. Давайте сейчас мы откроем чат. Поставьте, кто меня слышит и не прерывалось, поставьте десятку. У кого плохой был звук, или не слышал, или плохо слышалось, то соответственно. Так, вижу десятки, значит звук у всех хороший. У кого нет или плохой звук, я думаю, необходимо перезагрузить комнату или перезайти. И будет слышно. Итак, смотрите, у нас слайдов еще много, но я, в принципе, весь маркетинг уже рассказал, поэтому нет смысла дальше читать. Давайте я лучше откроем чат, да, и задавайте вопросы, я буду отвечать. Так мы разберемся полностью с маркетингом. Сейчас удалите чат полностью и задавайте вопросы. А, уже вижу вопросы. Василий пишет, как происходит конвертация в Райдо, да, то есть как происходит конвертация. При пополнении конвертируется Райдо в доллары, все начисления, весь маркетинг в долларах, да. А когда вы выводите, оно переведется в Райдо. Стейкинг, но в то же время есть два вида стейкинга. То есть это у них, у двух стейкингов лимит один. Вот. В один стейкинг вы можете частично положить вебкоины и добывать райдо, и второй вы можете добавить райдо и получать также райдо из расчета 50%. То есть, но лимит один, то есть два стейкинга, где можно положить как тело депозита вебкоинами, а можно положить как в райдо. Конвертация будет происходить. Да, вот здесь момент тоже я сейчас уточню. То есть конвертация происходит прямо на сайте. Прямо на сайте, да, вот этот момент. Будет кнопка «Конвертировать», когда вы можете доллары с накопительного счета перевести в райду, а также райду перевести. А, нет, райду не переводится. То есть получается, с накопительного долларового счета вы переводите просто в райду, и все, по курсу на тот момент, что на сайте. Так, хорошо, будет ли Райдо и АЦС участвовать в обновленном бинаре? Так, это сейчас не по теме, но я все равно отвечу. В обновленном бинаре, да, будет участвовать и Райдо, и АЦС, и даже GNT. Будет ли в матрице 10.90 снижаться курс Райдо, согласно курсу Райдо на бирже? Не будет снижаться. Или курс будет только повышаться, понижаться не будет? Не будет, но так как данная система идет перераспределение по сути средств, я не думаю, что сильные какие-то просадки будут происходить на бирже, если только не попадемся по какой-то пам, да, то есть, ну, мы будем за этим следить, чтобы оно больше соответствовало, то есть, поэтому
Ответ нет, то есть понижаться не будет. Что происходит при закрытии четвертого модуля? Как переходит дальше партнер из четвертого модуля? При закрытии четвертого модуля, да, происходит автопокупка. То есть когда последняя ячейка четвертого модуля приходит, да, на втором уровне, это четвертый бизнес-место, когда закрывается, автоматически покупается бизнес-место, то есть покупается по сути лицензия в этом же модуле и продолжает также работать. Ну, то есть по сути лицензия, когда вы сделаете квалификацию, лицензия покупается добровольно, то есть следующая лицензия, а когда модуль полностью закрывается, тогда происходит автопокупка, тут уже без выбора, автоматическая покупка или как называют реинвест. Как будет происходить переливы слева направо? Будет происходить слева направо. Давайте я порисую, это очень важный момент. Я сейчас слайд отключу, включу рисовалку. Это очень важный момент. Смотрите, вот вы. Когда вы заполнили свои, первый модуль, это двухуровневый модуль, вы заполнили 5 бизнес-мест из ваших приглашенных, то шестой он пойдет под первого в свободную ячейку. Допустим, если свободный бизнес, если у данного партнера, допустим, есть уже трое человек, то он придет четвертым. Ваш седьмой человек, он пойдет под второго, тоже в свободное место слева направо. Если у этого, у второго вашего уже есть два партнера, да, то есть уже наполовину квалификация уже совершилась, то в свободное место будет перелив. И так по одному. То есть чем больше у вас первая линия, тем больше переливов в вашем нижестоящем по одному. Если у вас все-таки 10, 11 человек, да, у вас уже первый модуль заполнился, второй наполовину заполнился, но так как вы по одному уже подарили, по сути, перелив, то второй пойдет вторым под слева направо, опять в пустую ячейку. Если она уже заполнена, то сюда пойдет. Да, там, где свободно. То есть она постоянно будет переливы идти, пока не закроет первый модуль или второй модуль. То есть пока первый уровень и второй уровень. То есть пока данный модуль не закроется, все переливы будут вставать в свободные бизнес-места. Я думаю, здесь все понятно. Пополнение только в райдо, да. То есть пополнение будет в райдо, будет вебкоинами, но вебкоины только для стейкинга. Поначалу, в начале мы еще добавим Perfect Money USDT. Это для того, чтобы удобно было нашим новичкам, кто еще не знаком с нашей монетой райдо, кто не знаком с нашей биржей CoinGalaxy, мы подключим Perfect Money для удобства. И сделаем возможность покупку за доллары, да, за Perfect Money, райдо прям там же, на сайте. Все средства, которые будут собраны, сразу будут идти на CoinGalaxy и скупаться райдо. То есть то количество райдо, которое будет продано, по сути продано на сайте, то же самое количество купится на бирже. Искандер, будет ли стейкинг сложный процент? Смотрите, есть депозит. Сейчас я вам нарисую. Вот стейкинг, да, примерно вот так выглядит. Здесь вы положили, допустим, 100 райдо. Вот это тело депозита, это тело. Оно не двигается, то есть вы туда можете добавить по лимиту, да, но можете забрать. А здесь идет начисление. Цифры, да? То есть тут идет ежесекундное начисление. Вы можете отсюда снять, на кнопку снять, и здесь создать депозит. То есть, другими словами, все, что здесь ежедневно начисляется, вы можете снимать и добавлять в тело. Вот таким образом, то есть можно делать реинвест. Но при снятии здесь 1% комиссия. Вы должны это учесть, то есть нужно ли вам. То есть это смотря от суммы. Если у вас большой депозит, то, конечно, есть смысл каждый день снимать, даже оплачивая этот 1%. Да? То есть, но лучше это делать неделю раз или в 10 дней раз. То есть все, что будет накапливаться, потихоньку туда перенаправлять, увеличивая или разгоняя свой депозит.
То есть, по сути, здесь данный депозит стейкинг можно разгонять. Вот то, что ежедневно начисляется снимать, да, или там в 10 дней раз, или в неделю раз снимать и перегонять как тело депозита. Вот. Понятно, да? Так, дальше. В каждом модуле происходит реинвест при закрытии. Да, то есть в каждом модуле, всех из этих четырех модулей, как только она полностью заполняется, то есть происходит реинвест. Хоть во втором, третьем или четвертом. То есть первую лицензию в другом модуле вы покупаете, ну, чтобы участвовать в другом модуле, в следующем, да, дороже, вы покупаете лицензию добровольно вышестоящей после того, как вы сделали квалификацию в один уровень. И уже при закрытии будет постоянно реинвест происходить. Искандер, добрый вечер. Примите решение, пожалуйста, по век, а то только падает. Я уверен, если у вас инструмент, чтобы век не падал или хотя бы держался на отметке 4 доллара за век. Да. А век сейчас, примерно, в районе около 2,5, да, доллара. То есть вообще я рекомендую не ставить ниже. Зачем продавать ниже той суммы, когда вы конвертируете дороже? То есть, ну, если кто-то хочет, то, пожалуйста, конечно, делать. Но для новичков, которые сегодня покупают биткоин, это самая лучшая точка входа, да? То есть покупается за 2,5, инвестируя в ProfitBot, можно инвестировать по 4,30. Но, конечно, есть определенная стратегия по поднятию курса. То есть эту стратегию вы потихоньку будете видеть, да, то есть у нас есть эта стратегия, естественно, мы можем повлиять, но, естественно, но всегда мы говорим, что рынок, он должен формироваться цена само, то есть это рынок, а цена формируется между покупкой и продажей, то есть мы можем повлиять на цену, только создав инструменты и возможности спроса, только таким образом, то есть мы никогда не вмешиваемся в торговлю в виде скупок каких-то или еще что-то, да, то есть или ограничения какие-то делать, мы так не влияем. То есть рынок должен формироваться само, но мы можем создавать спрос, да, и вот вы в скором времени увидите в ProfitBot интересные предложения, также вы скоро увидите открытие бинара, да, обновленный бинар-маркетинг, где будет нужен необходимый вебкоин, а также интересные ресурсы, за которые нужно приобретать можно только за вебкоины. Вот тогда вы увидите, ну, тогда мы создадим спрос, а значит и поднятие курса. Потому что монета ограниченном количестве. То есть чем больше идет спрос, вот в марте у нас будет халвинг, да, то есть по сути, то есть уменьшение эмиссии монеты. А значит, будет корректировки во всех проектах, да, касательно там, где идет эмиссия монеты век, то есть будет корректировки. Поэтому те, кто радуется или как недоволен сегодняшним процентом, может быть, будет меньше. Поэтому пользуйтесь тем, что сейчас есть. При уменьшении монет, значит, будет уменьшаться, естественно, и проценты, и также ограничения на какие-то виды бонусов или это. Поэтому пользуйтесь теми предложениями, что сейчас есть. В личную матрицу реинвеста будут падать те, кто закроет матрицу, или новые приглашенные. В личную матрицу реинвеста будут падать те, кто закроет матрицу. В личную матрицу реинвеста будут закроются матрицы. Или новые приглашенные. Новые приглашенные. Ну, не новые приглашенные. Смотрите, все реинвесты ваших партнеров, они также ваши. Вот, например, один модуль закрылся, да, а полностью закрылся. У вас произошел реинвест. Как только начнет у вашей первой линии модуль закрываться, все эти реинвесты пойдут в ту же модуль, который является вашим. То есть все ваши партнеры, да, также в таком же порядке будут переходить. Мне послышалось, или вы сказали, что в бинаре будет участвовать GNT? Ну, в виде промо иногда в бинаре будет открываться и возможность инвестирования GNT. Да, вам не послышалось. То есть это будет не на постоянной основе, но в виде промо будет происходить такие акции. И не только в бинаре, и в других также проектах. Так же, как и АЦЦ. Поэтому добывайте GNT, пока она добывается, добывайте АЦЦ, пока она добывается, потому что данные активы будут применяться. То есть у нас все эти активы, они будут применяться. И поэтому нужно копить. Вообще нужно участвовать во всех проектах и везде также копить. Даже Prism Vector, несмотря на то, что там лицензия покупается за Prism, вы не должны игнорировать. Это часть в эко нашей экосистемы.
Сколько точно нужно взять раз с учетом комиссии, чтобы не получилось мало перевести в новый проект? Ну, возьмите 2,5 ра, вам точно хватит. Ну, с учетом всех комиссий, все такое. То есть 2 ра для участия. Поэтому возьмите 3 ра, да, то есть, ну, не помешает. Когда я могу зарегистрироваться? Как только ваш вышестоящий партнер с других проектов, если вы участвуете в каком-либо проекте, значит, в нашей экосистеме, значит, есть у вас вышестоящие. Вот ждите ссылку, реферальную ссылку, ваша вышестоящая. А спешить, переходить с одной структуры в другую я не советую, потому что, во-первых, это неэтично, да, с другой стороны, вы должны поддерживать своего пригласителя. Если у вас повезло и у вас хороший пригласитель, то цените его. И не надо поддаваться под какие-то схемы других партнеров, да, то есть... Если у вас плохой спонсор, то научите его быть хорошим спонсором. Да? То есть помогите. Вы же партнеры, то есть взаимопомогайте. Сколько можно заработать по прохождению всех 4 модулей? А при первом, ну, как только вы переходите полностью все 4 модуля, примерно 52 тысячи долларов. Но так как пока вы проходите 4-й, ваша первая несколько раз прокрутится, ваша вторая несколько раз прокрутится, там выходит больше 50, ну, то есть намного больше. Поэтому нужно ли участвовать в этом проекте? Нужно ли учиться приглашать людей? Нужно. То есть эти навыки вам везде пригодятся. Вам пригодятся быть коммуникабельным, быть лидером, да, то есть если какие-то курсы в интернете есть, если есть лидеры, которые в своих командах, в зумах проводят, обязательно посещайте, учитесь у лучших. Чем быстрее вы научитесь работать с командой, тем быстрее и больше заработка у вас будет, потому что мы являемся, по сути, да, у нас маркетинг и MLM, то есть типа, в MLM зарабатывают самое больше тех, кто именно занимает активную позицию развития сообщества, развития проектов. Вот. Как быстро закрывается модуль? Ну, это все зависит от вас. Как, знаете, песня есть, все в твоих руках. Берете судьбу в свои руки, берете ответственность за свою жизнь в свои руки и начинайте строить стратегии, планы. Стратегии, планы невозможно построить, если вы не поставите себе четкую цель. Ставьте всегда большую цель. То есть, чем больше она будет цель, тем больше она будет вас вдохновлять, тем больше будет давать силы просыпаться, делать, вырабатывать стратегии, планы, да, то есть учиться. То есть самый лучший актив, который можно вообще инвестировать, это в знания, это в навыки. Вот чем больше инвестируете в свои знания и навыки, и те полученные навыки, знания, маленькие знания, которые вы будете применять в своей жизни, у вас всегда будет успешно. Поэтому для того, чтобы были силы это делать, нужно... достойная цель, для чего вы вообще это делаете. Если просто хлеб покушать, то есть, да, сегодня там, завтра себе рубашку купить, то, конечно, это всегда будет не хватать той силы или энергии что-то делать. Поэтому ставьте огромную цель, берите ответственность за свою жизнь. Вот вам дается инструмент, берете и делайте. Просто берете и делайте. Да. И сразу учитесь параллельно. Так, выводить сколько времени занимает, так же, как и во всех проектах, 24 часа, вот, 24 часа, поэтому имейте в виду. Курс RA на сайте будет 12-15 будет. Так, партнеры из 4 модуля, куда деваться будет, минимальный депозит какой? Партнеры из 4 модуля, ну, куда будут деваться, они будут все время за вами идти. То есть, если у вас реинвест прошел, у них реинвест прошел, они также за вами пошли. А если у них реинвест не произошел, у них модуль не собрался, но кто-то перешел в этот момент с 3 модуля в 4, он попадет сразу к вам. То есть, вам не обязательно ждать, когда кто-то реинвест делает, да, произойдет реинвест. Ваши новички, которые прошли 3 модуля в 4, вам сразу зайдут. Получается, что 10.90 будет положительно влиять на курс Райда, а каждая монета век на ее курс, этот проект никак не влияет. Вот поверьте, косвенно оно влияет. То есть за счет РА привлекается очень большое количество людей. Да? То есть человек, который приходит в наше сообщество и участвует хоть в одном проекте, через короткое время он становится участником во всех проектах. Понимаете? А у нас во многих проектах применяется вебкоин. Поэтому это косвенно, даже не косвенно, это прямое
развитие райду, оно прямое влияет на развитие вебкоина. Вот. Так, курс век на сайте какой будет? Можно на сайте заводить USDT. Да, USDT можно будет заводить и менять на райду. А курс века будет такой же, как и в других наших проектах. Да? То есть как в ProfitBot или как этот. Ну, то есть вначале будет как на рынке, а там уже будет только на улице чинить. То есть, но это не важно. То есть важно то, что здесь начисление идет именно в монете, а не в долларовом эквиваленте. То есть вы положили, допустим, 100 монет в век, да, и в течение года вы заработали 50 век, именно веками. Неважно, какая цена будет через год. То есть через год может быть $50 или там $10 стоит, или $5. То есть, ну, у вас именно в монетах придет. Есть срок? Нет, стейкинг бессрочный. Но начисление происходит из расчета 50% годовых. Как осуществляется пассивный как осуществляется пассивный доход? Первое — это стейкинг, второе — наладьте свою структуру, дублицирование, да, то есть если вы 5 человек обучите делать то же самое, они будут способны обучить своих же, так, то по сути это и есть пассивный доход. Чем больше ваша структура, тем быстрее вы выходите на активно большие пассивные заработки. Вот и все. А если вы вообще не хотите командой работать, вот, пожалуйста, покупайте лицензию и участвуйте в стейкинге. Скажите, пожалуйста, бинар когда откроется? В апреле. Примерно начало или середина апреля откроется бинар. Переливы будут во всех модулях? Да, во всех модулях. Переливы во всех модулях. Ну как модуль? Если, допустим, ваш партнер, ваш вышестоящий партнер пригласил больше, чем, допустим, больше, чем 5 человек, и все 5 человек сделали квалификацию и купили пакет, естественно, а во второй 4, да, естественно, куда пойдет пятый личник? Он пойдет в этот же модуль, но только уже на второй уровень, делая перелив. То есть, получается, в первом модуле 5 человек в одной линии, а на втором один из них пойдет ниже другого, да, то есть таким образом делая перелив. То есть на каждом, по сути, есть перелив. При лицензии $30 стейкинг можно положить 300, в веках это 100 или там другая цена века. Ну там будет ближе биржевой, вот. Но мы менять, то есть по биржевому постоянно меняться оно не будет. Но мы будем делать биржевой, чтобы вы могли запарковать, да, не запарковать, а застейкать больше веков. То есть можете сказать точную дату открытия бинара. Точную дату я не могу сказать, потому что есть много факторов, которые можно, ну, то есть это все технически, да, то есть дизайнеры все это делают, что это не я же делаю. Вот. И даже если бы я бы делал, я точно срок не мог бы сказать, да, потому что очень... Поэтому, ну, именно дату, да, сказать. Но то, что в апреле мы планируем, это да. То есть уже мы над ним работали, работаем, то есть и продолжаем работу примерно в апреле. Начисление постоянно будет в РА или в ВЕК? В РА. 1% комиссии только от начисленных или вместе толком? То, что в начисленных, когда вы присняете, получаете 1%. То есть это сделано для того, чтобы, ну, лишних транзакций не было. Потому что если человек каждый день будет реинвесты делать, это много транзакций. Это идет нагрузка на базу и все остальное. Поэтому мы немного, так сказать, ограничили возможность, чтобы каждый день этого не делать. Можно вас подписать под свою реферальную ссылку? Можете, но навряд ли я буду развивать команду. И это будет мультиаккаунт. Мне придется самого себя заблокировать потом. Можно будет пополнять своих партнеров с одного кошелька? Можно. Переливы в глубину тоже будут идти? Да. Расскажите о розыгрыше гаджетов. Смотрите, каждую неделю те, у кого есть лицензия за 30, они становятся автоматически участниками еженедельного розыгрыша одного телефона. То есть из всех, кто участвует, один кто-то получит. Каждый месяц из тех, кто участвует, имеет лицензию за пакет, лицензию за $300, он становится автоматически участником розыгрыша MacBook. Это происходит каждый месяц, поэтому очень много вероятность, что можно когда-то выиграть. Или я путаю про гаджеты. Да, по-моему, телефон.
ноутбук, а третий что там было? Я не помню. Но четвертый модуль я точно помню, там должен быть MacBook, говорю, автомобиль. Каждые полгода будет автомобиль. Промо под 1% боти еще будут. Да, периодически они у нас бывают и также периодически будут. Когда будут карты, пока не знаю. АЦЦ без лицензии, когда можно вывести с акселератора? Без лицензии вывести невозможно. Вот. Даже если откроется вывод с акселератора АЦЦ, все равно нужна будет лицензия. Можно заранее зайти в кабинет. Это был акселератор. Так, я тут, я тут. Так, можно ли заранее зайти в кабинет? Нет, нужно необходимо дождаться реферальную ссылку вашего вышестоящего партнера и зарегистрироваться, тогда да, вы зайдете. Но реферальная ссылка появится после того, как вы купите лицензию. То есть, пока вы не купите лицензию, реферальная ссылка не появится. Курс Райдо как будет себя вести? Я думаю, очень позитивно и очень бодро. Особенно после запуска 1090 его расширение будет очень бодро себя вести. Потому что монет ограниченное количество добывается только в виде промо, только промо-пакетов, которые происходят в профит-боте. Очень мало с чеклера идет. То есть, а спрос будет увеличиваться. Потому что 1090, как я уже сказал, это будет очень сильный топовый, так сказать, проект вообще в интернете и приведет очень большое. То есть благодаря данному проекту очень сильно расширится сообщество. Я в это верю, я знаю, и примерно я представляю, как это будет. Поэтому запасайтесь райду не для коммерческих целей, да, хотя можно тоже холдить, а для участия в данной системе 1090. Смотрите, когда вы сделаете квалификацию, да, первых пятерых человек пригласили, вы получили по 10%. То есть это суммы в райду, оно не хватит вам купить второй пакет. Но если вы второй пакет не купите, лицензию не купите во втором, чтобы быть во втором модуле, а ваш партнер вдруг начнет закрывать, да, то есть приглашать, то есть он может уйти вашему вышестоящему партнеру. Поэтому запасайтесь райду сразу и на первую лицензию, и на вторую. Сразу запасайтесь, сейчас пока по 8 долларов. Запасайтесь, вот послушайте сейчас. Два райду необходимо, чтобы участвовать в первом модуле, да, в маркетинге. Сразу запасайтесь и на второй тоже, на всякий случай. Потому что если вы первый свой уровень закрыли модули, а первые ваши еще не пригласили второй, то у вас должно быть райдо, чтобы купить. Если у меня один партнер, и все, он перейдет к вышестоящим, да. То есть если он первый закроет, он купит пакет, он... Смотрите, у вас в первом модуле первой линии 5 бизнес-мест, да, которые вы должны заполнить. Если вдруг вы не заполнили, а ваш нижестоящий партнер заполнил и купил пакет, он уйдет в модуль вашего вышестоящего. Когда вы закроете, вы будете с ним параллельно стоять. Поэтому постарайтесь первый модуль, то есть в первом модуле первый уровень быстро закрыть и купить пакет. А для этого я вам советую, имейте райду не только для первого модуля, но и для второго. Каждая следующая лицензия будет окупаться предыдущего закрытого модуля. Вот как раз мы об этом говорили, да? То есть оно окупится в несколько раз. Окупится. Ну, представьте, с 30 долларов, по сути, можно сделать 52 тысячи долларов. А, конечно, окупается. Это очень выгодное предложение, на самом деле. В интернете такого маркетинга вообще нет, чтобы такие предложения делать. Вот, если вы хотите участвовать и быстро зарабатывать, то, конечно, постарайтесь быстро-быстро это делать. Как уменьшение эмиссии век повлияет на автопрограмму? С увеличением сроков. Поэтому пока есть активация, за 90 дней можно быстро получить автомобиль, да? Вот. Не всегда так будет. Поэтому делайте сейчас депозит.
Потом не говорили, а я ждал, я не хотел, я думал, а тут все изменилось. Нет. То есть при уменьшении будете там увеличиваться срок. Будет ли подключен бот к 1090? Постараемся, но не обещаем. Потому что, но мы в будущем все-таки сделаем. Вторая лицензия 20 ра. Да, 20 ра. Без реферальной ссылки вышестоящая мне не удастся зарегистрировать. Да, не удастся. Когда будет доступно перевод GNT в Prism Vector? А буквально через месяц мы откроем внутренние переводы в Prism Vector. Но эту дату пока не говорю, то есть, но мы сделаем. То есть, как только появится вывод GNT в другой проект, сразу откроется и внутренний перевод. Происходит ли сгорание бизнес-мест модуля после прихода сюда реинвест? Ну, конечно, то есть ваш модуль закрылся, все. То есть у вас новое покупается просто и все. Ну, то есть, по сути, у вас всегда будет. В чем выгода проекта? С чего зарабатывает? В чем выгода проекта? Ну, во-первых, комиссии, да, от снятия стейкинга. Во-вторых, вы поймите, что здесь во всех проектах, в каком-то проекте у нас есть заработок, да, в каком-то проекте у нас меньше заработка, в каком-то вообще нет проекта. Но именно компания сосредоточена на расширении сообщества. Потому что наш основной заработок будет на пазл маркет. То есть на пазл маркет, чем больше объемов покупок продажи происходит, тем больше зарабатывает компания. Поэтому мы нацелены на то, чтобы сообщество очень сильно выросло для того, чтобы запустить пазл маркет, и компания будет зарабатывать на этом. Вот. Компания, которая выпустила лампочку, она первые сколько там 15 лет, по-моему, работала в убыток, чтобы потом начать от лампочки зарабатывать деньги. Да, они понимают, что если мы сейчас сделаем, начнем прибыль получать от лампочки, то тогда эту лампочку никто не купит. Поэтому они сделали, и шли, компания шла General Motors, да, по-моему, и шла в убыток для того, чтобы за 15 лет обеспечить лампочками основные города Соединенных Штатов. Это Нью-Йорк, там Сан-Франциско, да. То есть для того, чтобы потом уже начать зарабатывать. Поэтому, если вы не видите где-то выгоду, вы поверьте, что при комиссиях выводов плюс пополнении компания зарабатывает. Но не небольшие средства, да, но хватает для того, чтобы поддерживать весь функционал, все сервера, всех сотрудников, то есть содержать у компании достаточно. Но именно заработок у компании будет потом. Когда я выхожу во вторую программу, могу ли я купить место в первом столе? Не под спонсором, а под своими людьми в первом столе? Нет. Там же происходит автоматическая покупка. Именно в модуль вашего вышеприглашенного. Так, Искандер, есть ли холодный кошелек для хранения RA? Любой кошелек, который поддерживает ERC-20 эфировский, это и есть холодный кошелек. Но у нас есть еще ВТП Wallet. То есть вбейте в браузерную строку ВТП. Ой, wallet.vtp. Сейчас, давайте я ссылку лучше скину. ВТП. Wallet ВТП. Вот, пожалуйста, скину ссылку. Вот. Для этого пройдите регистрацию, да, сохраните все фразы, сохраните приватные ключи. В кабинете, когда вы туда переведете RA, у вас сразу автоматически отобразится. Если автоматически не отобразится, то напишите кнопку Add Token, добавляйте смарт-контракт RA, и тогда оно будет отображаться. И вот вам холодный кошелек. И можете использовать любой Mother Wallet или там какие все кошельки, которые поддерживает ERC-20, да, то есть эфировские, это все кошельки, как раз холодные кошельки для хранения RA. Ой, извините, какой эфир? Все, мы же перешли же. Все, удалите вот это мое сообщение, а то сейчас позаходят туда. Вот какой я рассеянный стал. Да, удалите, спасибо. Мы же на троне. То есть любой кошелек, который поддерживает
блокчейн Tron, ERC-20 тоже, да, то есть RA, оно на троне, на блокчейне Tron, то есть уже перешли, я забыл. Вот. Любой кошелек можете использовать, троновский. Как быстро будет залетать райда в кабинет? На день старта мы во всех проектах сделаем автоматические переводы для того, чтобы быстро могли залетать, да? Вот. На бирже там идет модерация, но она обычно 3-5 минут тоже, но если там какая-то подозрительная транзакция, то может быть задержаться там еще на полчаса, ну и все. А так вообще из бирж, из проектов быстро залетать. Внутренний перевод будет, но, возможно, не сразу, но потом будет. А может и сразу, если все успеем сделать, то может сразу, допустим. Перелив будет один круг или на постоянной основе? На постоянной основе. 8 марта будет промо под один круг? Пока не знаю. В кабинете легко будет быстро понять, что стол закрыт, а можно покупать следующую лицензию. Да, в кабинете будет настолько понятно и прозрачно и интуитивно, да, то есть, что всем все будет понятно, как это будет происходить. Ну и плюс мы будем проводить видеоролики, какие-то вебинары проводить, показывать по кабинету, да, как, куда смотреть, куда нажимать. Но мы постараемся делать очень удобно кабинет. Почему такие большие реферальные начисления? Разве это не ухудшает баланс? И зачем при таком маркете щедром еще и розыгрыш? Ну, мы нацелены на расширение сообщества, поэтому мы делаем проекты такие, чтобы толпы приходили. И я считаю, что мы за счет 10.90 вот этим маркетингом мы добились все необходимое для того, чтобы сетевикам, да, из MLM индустрии легко было приходить, инвесторам, то есть легко, да, матричникам, чтобы было понятно. То есть мы сделали маркетинг такой сбалансированный, понятный, в то же время интересный и очень щедрый для того, чтобы быстро все развивалось, чтобы сообщество росло. Наша цель всегда в сообществе. Так, все, давайте уже будем закругляться. Вот эти вопросы я сейчас дочитаю, отвечу, и на этом будем закругляться уже 19:54. Так, вывод ради из профитбода будет от 5 или от 1? От 1, оно и сейчас, по-моему, от 1. Стоит ли участвовать, если никого не пригласить? Стоит участвовать, то есть даже из тех соображений, что можно там на стейкинге хорошо заработать. То есть в стадии стейкинга. Когда подключаем партнера и получаем 10% и 90%, чем мы получаем эти проценты? Вы получаете в долларах на накопительный счет, а потом конвертируете в RA для вывода. Может век авто подключить RA, чтобы не увеличить сроки? Нет, конечно. То есть там внутренняя экосистема своя. То есть у век авто там свой климат, его нельзя нарушить. Если я закрыл первую линию первого стола и купил вторую лицензию на 300, куда будет идти мой новый партнер? Первый стол закрывать или сразу во второй мою первую линию? Если вы на втором, то ваши партнеры, которые покупают за 300, они идут в вашу первый, на первом, вот первый модуль, когда произошел реинвест, да, то есть он туда приходит. Если там реинвест не происходит, значит у вас модуль не закрылся. Если модуль не закрылся, то тогда идут переливами под вашу первую линию. То есть, а если весь модуль закрылся, у вас происходит автореинвест, а значит пойдут в вашу новую модуль, новые люди, да. А те, кто из ваших первого модуля, те, кто закрывает свои квалификации и покупает пакет, вы что они идут сразу за вами, закрывая ваш модуль. Если ваша первая тоже закрыта, то идет переливы. То есть все понятно. Хорошо. Так, по старому бинару увеличить лимит? Конечно, увеличен. У нас же есть целая программа, когда увеличивается. То есть по датам, даже по месяцам расписано, как будет увеличиваться. Будет увеличиваться, не переживайте. Хорошо, спасибо за внимание. У нас сегодня было 1200 человек, да, на вебинаре. Мы расширяемся, очень много, в последнее время я заметил, очень много новичков приходят на вебинар, изучают, то есть, и это нормально, потому что мы не стоим на месте, мы расширяемся, мы работаем и стараемся максимально постараться для того, чтобы тут подсказывает еще 250, спасибо. Для того, чтобы наши участники имели хороший заработок, стабильный, чтобы не переживали, да, какие-то стрессы не получали. Вот, а спокойно развивались,
и увеличивали свои объемы, свои балансы. То есть, если вы один год поучаствуете в наших проектах, во всех проектах, и будете весь год сосредоточен на то, чтобы просто увеличивать свои позиции именно в этих, да, депозитах или в бизнес-местах, то есть то через год вы выйдете на очень большие заработки, и многие это сделали. За 2 года очень многие партнеры именно так и сделали. Вот. И чем больше удовлетворенный и будет счастливый, да, радостный, довольный участники сообщества, тем быстрее мы будем расширяться. Чем быстрее мы будем расширяться, тем быстрее запустим свою основную компанию, да, основной проект в виде пазл-маркета. На этом все, что я могу сказать. Заготавливайте раз. Готовьтесь к старту, ждите партнерскую ссылку от вашего вышестоящего партнера. 7-го стартуем, как говорят, ни пуха, ни пера. Всем желаю хорошего старта. Вот. А сейчас мы закругляемся. Хорошего всем вечера, продуктивной недели вам. Ага, все понял. Все. Всем пока.